В Орске на улице Комсомольской произошло ДТП с участием трамвая и иномарки. Подробности происшествия пока неизвестны. На автодороге Казань-Оренбург водитель внедорожника Land Cruiser Prado не справился с управлением и слетел в кювет. Пассажиры и водители машины доставили в больницу. В Соль-Илецке на улице Орской автомобиль ВАЗ врезался в дерево. Водитель легковушки не справился с управлением, после чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель получил травмы. На автодороге Акбулак-Федоровка водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и съехал в кювет. Впоследствии машина опрокинулась. В результате аварии пострадало двое пассажиров. В социальной сети появилось видео, как на проспекте Победы автомобиль «Лексус» нарушил правила дорожного движения. Машина проехала по встречной полосе. 8 апреля с 10 часов утра до 12 часов дня будет временно прекращено движение транспортных средств на участке улицы Кирова, ограниченным улицами Бурзянцева-Чичерина, а также на участке улицы Бурзянцева, ограниченным улицами Пушкинская и Кирова. Ограничение в движении транспорта вводится на время проведения патриотической акции «Вместе против терроризма». Если вы стали участником или свидетелем аварии, за видеоматериалом можно обратиться в компанию «Фонет» по телефону или адресам, указанным на экране. Будьте бдительны на дорогах.